Друзья, сегодня мы вам хотим, к сожалению, сообщить трагическое известие. Оно пришло к нам буквально 10 минут назад. Все знают и прекрасно помнят российскую телеведущую, замечательного врача Елену Малышеву. Сегодня нам сообщили, что Елена Малышева больше не будет выступать по телевидению. Всему виной ее тяжелая болезнь, которую врачи обнаружили несколько дней назад. Ей придется на некоторое время покинуть территорию России и уехать за границу, где она будет проходить длительное лечение. Там ей предстоит пройти ряд тяжелых операций и длительные обследования. Нигде об этом пока не говорится. Елена Малышева долгое время об этом молчала. Нам об этом рассказал один из ее близких родственников. Давайте, друзья, в любом случае мы поддержим Елену Малышеву. Будем надеяться, что все будет хорошо, и она вернется домой, назад в Россию. Давайте поддержим нашу работу, подпишемся на наш канал, нажмем на колокольчик, чтобы впредь не пропускать свежие выпуски, которые выйдут на нашем канале уже завтра утром. До скорых встреч, друзья. Мы вас ждем на наших YouTube-каналах.